Давай, вас там идем. Все у нас есть. Запустил таймер прямо сейчас. Произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый так, опасный Макгрегор, противник тут... в этих проклятых. Да. Тут танк. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ага, ярче все, погнали. Ой. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Вот на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно, и я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем. Пауков бьем. Прости за стену. Пишите, если рутин не успел. Чё там с квестом, кто делает? Не знаю. Кто готов три квеста делать сразу? ГДР он точно готов? У него есть фрутшмост?
так-то готово, три. Большой. Товаром потанчить ради успеха из СВДД. Че-то танк. Ну давай. Потанчился. А у них хилили. Не прожимался. Смонимся. Я спекался. Это так оно есть. Или скажи, что еще я прожимался там. Живы отдал. Ты даже не знаешь, что это такое. Ой, что я бафаю? Shield Maul. Так, я все равно тогда каски буду раздавать, я их уже раздал. Что, ретри делает? Ну давайте кидайте ролл, короче. Ну ретри. Хорош. Не сделаешь 500 гп, блять. Тюменская кулаки бафы. Ну давай, значит, утроп каски, тюменская кулаки, кальк, давай, кресты. Ретри, отдыхаешь. Все, зашли за линиечек на пул, блять, небо не смотрим. Пристабаф есть? Лапа. Да есть все, пристабаф есть. Пристабаф на танке. Бафы эти. Чтоб туда потом джерфы поставил. Поехавший, блять, будешь фкшить, вылетишь нахер, блять, и не возьму обратно, сука. Это же Вергилий, да? Короче, начинает Макгрегор. Макгрегор в жопе стоит. Стой. Куда вот танка? Да похую. Давайте захиливайте его. Ретри, лайн жертвенности на кильку. Гео! Давайте. Лучше агро не сравните. Да, напуливайте на него, кстати, смотрите, агрощит. Тут такой килька. Килька это Ваня, вон, захиливайте его сильно. О, блядь, заеби. Да, поражался. Я тут никого не знаю, вы мне хотя бы говорите, кто это по классу. Блять. Кости. Для жертвы. Давайте, падайте, короче. Что так видно, кашу меня убило. Нет, интересно, вы хер выкрите, вот играете, танк, он стоит, а вы зачем-то бежите. Это твой парень согрел. Макгрегор. Форик даже затанчил лучше, чем ты. Фу. Да сука, может, сейчас... не хильте, зайдите в ёбаную лужу, хули вы делаете, сука, встаньте в лужу, блядь. Вы чё, блядь? Обкурились, что ли? Волкер, подымешь. Падайте быстрее, летите. Макгрегор, петух. Чё Макгрегор-то, при чём Макгрегор? Был чек на пул, на этот. Он что, принял, что ли? Хз. Там сагрил, потому что кто-то вперед танка. Нахер вы так делаете? Это он вылетел просто. Вылетел просто. Только поставишь потом шкаф. Только посмотрите, ВРК Макгрегор, нет? Это. Куве, спекайся в танка, блядь. Это засмонтить рыбы, мне надо будет 3 их пить сейчас.
Да, я помню, я тебе сейчас дам. Куветы в РК. Это куветы в РК. Так поставь власть льда. Троп в танк. Блять. Короче, блять. КУВ и утроп танки. Давайте фулбаф чекнуть. Почему без лема? Без лема, без совы? И без совы. Я могу тогда спектр. Разойдемся, может быть. Принимайте готовность. Паладин можно баф? Там он без демонов 25 гер ходит, так что по бычку можно и без совы. Давай, начинай, КВ. Падайте в огне, весь инс без рола. Чего зависит время его кручения? От обычной или героической сложности. Единственный выход — это смерть. Кости, кости для жертвоприношений. Как говорится, от клива не от лужи, да. Скажете.
Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Чё тебе надо? Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Ты обкурился, что ли, ботинки эти? Зачем они теперь тут? Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже сколько я там должен за эти флоски? Так, трэш бьем все без исключения, великих у великих. Две работают оф. Может одного хила в танку в ДД спить? Минус 3 человека. Да похуй, хоть минус 5. Как тем тише. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Трэш. Великий кастер, убей. Великий, ваши три. Ты не в сил противиться моей воле. Здорово, пацаны. Я кинул на сы. Так, КВВ слева бери, трэш, я справа верну. Моей воле.
Ваша смерть неизбежна. Килька уже здесь, может спекаться от РПФ ДД. Макгрегор тут. Трэш в кучу садить. Макгрегор, сегодня анбаг. Корабль быстрее. Ганцы все берем без исключения. Йоу! Кровь и гром! Возвращайся с победой! Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Лактарагар! Оркрон, слетаем! Видел там, этот Макгрегор написал, что у него деньги кончились за интернет. Я говорю. Макгрегор, ты получил недавно самых дорогих в мире пиздюлей, у тебя денег нет? Боевой корабль Альянса! Пустяще. Каких пиздюлей? Ну вот, Майвезера. Очень тонкая шутка. Короче, как давно было? Недавно. Это охуенная тактика, чтобы ходить в рейды БДК. Идешь в БДК, охаешься, а потом типа... В обычке. Ну все, спекайся в БДК. Да ладно уже, что-то. Сослав знакомый, так микрофон сломался, а потом... Ой, привезли. Привет. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки. Поехавший петух. Чё ты фкашешь? Сержанты! Ой! Шейники!
Сейчас ты умрешь. Давай ему епэпи населим. На моей нарольте. Че, растопите? Все роли. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. И вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Сука, чтоб ты в аду горел, блять, кто это поставил, сука. Че, слушай, нормально. Че, с луком играешь? Как можно со звуком играть? Ну так, блять, во тьме, чтобы остерегать из теней, блять, чтобы в лезвие не попасть, блять. И пиздец, блять. Че такое? Кто че поставил? Блять, ну вас нахер. На певицу мы поставили двух. А ты мы. Я в салу. Чего? Без звука играть. Здесь давай я в салу пока что. Сука, почему ты говорил, что совы нету, бля, урод? Я сказал, что у меня есть бичевская сова. Так ты бы лучше в бичевской сове 5 ебучих процентов рейду давал. Я тебе говорил еще сначала, ты сказал, что не надо. В смысле? Что-то я тебе сказал в сову, блядь, сразу. А ты говоришь, нету. Смените коня паладины. У кого конь? Поставьте третий, у кого конь. У меня просто здесь тренинг нету, и, блядь. Отдал я ботинки, блядь, ДК, у которого, блядь, синие ботинки были заедали. Дайте, Инна, хоть что-нибудь дайте. Блять, у меня тренинг даже нету. Сука. Че, я что-то дал там?
10к нормально. Вставайте в себе сейчас кого-то спеть. А он впечатлится. 11к, нихуя себе. А вот ПЖДЦ. Мы... Потому что я в хилошмоте был сейчас. Ну вот и думаешь. Рядом с матерью и предками. Так. Что, воля упала? Не, меч. Только не в офисе. Роль ты клинок. Не коните, трэш. Энком. 31 вообще, с отрывом прям. Защитника, стойте у портала, защитник роль. С тобой лучше на центр побежать, тут квест, на чем? Бастик, агрофобия, роль. Бастик. Покоритель рольте. Пошли, танк есть, хил есть, там на центре будем бить. Пошлите, рейд, подтягивайтесь. 282. В этом. В гере такого ДПСа нету, блядь. Да здесь бой короткий был. Ну да. Давайте уезжайте быстрее, вторая валька. До вас не доходит, что надо выйти. У вас хп дохуя там. 10%. 45 тысяч. Выходите, блять, когда вас просаживают по хп. Из луж всяких, блядь. Давайте уешь. Ну, может, тут оранжевый камень, сила, крис делает, в рейге дам парочку. Если кто-то резал. Надо подождать. Че, ни у кого юга нету? Че, в молчании? Слышь, ты забыл добавить петухи. Yeah.
Слышь, Вайт, я пока с тобой бегаю, по-быстрому куплю это на реликвию. Мне или нет. Сюда пошли. Заход и тереть сильно. Целейте массы, это говно. Это нет. Вон те метки, видите, там притяните этих пидоров. Кружок Ромби заебали. Что, может огреть собачку? Не надо, да, надо. На меня, наверное. Ну убейте пидоров мелких. Далее уеб, блядь. Сейчас хуй знает, молитесь. Блин, я думал Макгрегор танк, чё за жесть. Смотрю постоянно на него Макро. Я тоже смотрю. Тоже ради ловушку надо запустить. Запустили уже обе. А там Машека обезвреживал их. Чуть не получилось. Нормально, обезвреживаешь. Он, наверное, там подскользнулся на ловушку. РНЖ, короче, будут так. Какая РНЖ, это обычка. Это Войт так шутит. Если на РНЖ постоять, то на лечо сундук появится. 2018, вот они еще ведутся на эту бойду. Два рейда в неделю они ведутся. А ты думаешь, для чего я пугов набираю, блядь? Ну не пугов, этих новичков. Если бы эти новички еще входили в рейды, которые ты набираешь. Это не набрались, и они ухнулись. И с концами. Сука, поехавший, блядь, дурачок, сука. Ты зайдешь, нет? Велин. Он уже давно вылетел. Так, Зандалари, как дела у тебя? Чек на кам, блядь. Так, Зандалари, беги быстрее. Да сейчас приступаю. Все, все быстрее, баф. Вы
короче, блядь. Долго стоим, начинаем. Гера может? Да, он Гера. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Дебаф особенно отображается никуда. Почему у меня все пожирающие чума и последний вампир не отображается? Да какой-то баг в последнее время. Даже убрал, чтобы все левые дебафы не отображались. Все равно не видно ни хера. Раньше тоже так было, если ее после обновы опять сделали. Надо бы уж какой-то атом поставить. Не, ничего не поможет. Tell me when помогает. Tell me when last time. Без подобных аддонов на дота классах вообще бессмысленно играть. Я раньше по фреймам смотрел там дебафы на боссе, так нормально было. Ну да, потом конечно Tell me when поставил, стало получше. Помню раньше вообще без руду, без эксперла хил, так буковку В нажимаешь, там полосочки синие над головами. Ну а я прям выносил. Чё взрыв будет? Вот. А, нет. Табочка, она не ваншотает. Со скольки там взрыв? 5. Я думал, там типа двух больших сводишь и 100% взрыв. Не, там 6 стаков должно быть для взрыва. Кровь нужна была кому-то? Ну короче, если она у вас выпадет, там типа нажимайте ролик, да и все. Забрали. Охуеть, шмотки распыляют. Да? Дожили. Бегите быстрее сюда. Easy come, easy go. Чекнем. Ну тут, короче, обязательно на РНЖ надо встать. Ну давайте начинаем. Повеселимся! Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Я пока не могу прочитать это заклинание. Всем привет, вы на ком? Здорово. Привет. На тухло. Один слот. Прекрасно. Чего упало хоть с него? С кого? Турка. Меч. А кто нужен? ДД, РДД? ДД, РДД, РДД. Сэдли еще писал. Типа за слот. Если она придет, то ладно. Она собирается приходить. Я могу допройти. Сэдли, это же мужик, блядь. А ну, он... Нет.
чё вы споры сюда не несёте? Мелизона, там три спора, вы чё? Вы чё, бля, обкуренные, что ли? Герри так носите, блядь. Бегов в рейды будут чаще брать. Чё, Сэдли идёт, никто не знает? Не знаю. Да заходи, кем хочешь, ты и все. Да я чисто за ИП-шкой варом хотел идти. А ты не поехавший случайно? А? Нет, это Вергилий был. Ходи. А так, за неполный рейд сколько ЕП получают? Просто еще там не написано вроде как. Не знаю. Справа. Слав, тупи ты меня на траве, надо дверь пойти открыть. Вот я 3 плюса поставил. Курик. Ой, тихий. Как у тебя будет? Дверь открыли. Сейчас Лану убьем, дверь открыли. Ваня топ по отмазкам. Так бы и сказал, что помидоры там что-то перекрутить. Ты всегда был моим любимчиком. Пошли на топ. Молодец, что... Локу тоже не видно дебаф. Никто не сдавайте квест, вот андроид побежал, ставьте шкаф и сманил меня. Там только квесты. Через один аддон видно дебафы. Это Void Spiritus, переименованный Void Heal, или тот вообще отдельный? Void Spiritus, блядь. Void Spiritus. Тыкайте. Смойте, блядь. Нет, спирт это же стоп. Спирт нормально. Будет ферус на спиратус. А тут дается ГП за получение шема? Нет. Вы лучше скажите, здесь как работает? Вот если у Вара квест, засчитают, нет? Бавару в конце не бить, чтобы этот дебаф повесился только на меня. Да он повешен. О, ты что за нахуй? Почему он меня начал бить? Ну давайте бьем. Иди ретри, пей кулку. Это Валькира, у тебя есть посох, его согрел. Шлюха. Давай лужу пей. Так еще въебал смачно. Центр лужи. Есть. Туда-сюда дрыгайся и пей, пей быстрее. И вторую пей, иди пей. Я чуть не обделался. Быстрее, быстрее пей, двигайся туда-сюда. Че ты стоишь, она не пьется у тебя нихера.
Пей быстрее. Слизняемся, пьем. Не хороводом вокруг него стоит. В одну сторону стоит. Вот сейчас добиваем. Ты говори, что ей делать лучше. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Я пуховиком. Питкин, как дела у тебя? Нормально все? Я не смотрю, ты мертвый лежишь. Че вы в луже стоите, блин, миленький? Гидрон, акрофобия, йокси. Красного замедли. Красного замедли. Замедли красный. Пей быстрее лужу, что у тебя такое там? Че она у тебя не пьется, блядь? Одну добивай спокойно, добивай быстрее. Быстрее кнопочку один жмякай. У тебя лужа не пьется, что у тебя случилось? Она не допивает до конца просто. Пей лужу быстрее, сейчас еще лужу. Охуенные лужи у тебя, я не знаю, что ты там хороводы крутишь. Ретрия, как дела у тебя? Да что-то они не пьются. Ну пиздец. Ты не допиваешь их до конца, смотри, ты за фреймом куклы, она здоровая, просто не видишь, что ты еще не допивал. Не видно, что она, да, давайте почему? Давайте падайте. Ты... Что, еще можно убить? Как только он перестает, пей, у тебя пей, единичка... Пей, не падай. Падайте, блядь. Ай. Смотри, у тебя единичка, если она тусклая, значит ты допила. Если она еще горит, значит можешь пить. Ты просто по луже по вот этой большой ходишь и хороводами крутишь, я не знаю. Да не видно, допиваю я маленькую или нет. Как да сделать? Зачем тебе маленькая? Зачем тебе что-то видеть? Просто пьешь лужи и не оставляешь вот так большие. Допивать полностью, да? Я говорю, до тех пор, пока у тебя единичка активна, конечно, шею, полностью. Видишь, она что ты рискуешь? Стала. Единичка, вот у тебя есть скиллы, да? Серая единичка. Подожди, там я уже набрала 100%. Я уже могла плюнуть или нет? Да, вот это. Вот когда ты идешь делать квест, надо знать, как его делать, блядь. Не делай. Я его вот делала, так, но у меня просто-напросто, я не понимаю, почему лужи не пьются. Я пью это, потому единичку надо постоянно. К центру стать. Так я и так хожу по центру. Лужи. Короче, ладно, без квеста идем. Сейчас давайте тогда я последний раз попробую. Да ну сейчас давай, что сделают квест? 200 гп будем пробовать. Надо просто объяснить еще нормально. Да нет, я все поняла, в принципе. Да я не понимаю, как можно не понять, ну, в смысле? Смотри, такая фигня, ты главное красных замедляй, вот, а потом, когда слизней уже не будет, там, или под конец как-нибудь, ну, и когда у тебя накопится 100 реги, юзнешь. Можешь еще, знаешь, как там оставить, типа, лужи, юзнуть эту фигню и быстро накопить 50, чтобы следующего замедлить. Ну, как-то так, я не знаю. Ну, если одного не замедлишь, главное, чтобы это было не под красным. Типа, зеленого не замедлишь, фигня. Может, подхилим ее до 50? Можно хотя бы просто взять и на охотать ее, или децетом еще может, по-моему, настакать энергию. Децет стакается только тогда, сейчас, когда щиток слазит. А ну тогда в друид, раз так в друид надо. Это обычка, здесь такой хуйню никто не занимается. Милики, ДК всякие там, фурики, вы должны бить слизней всех. Ну, если у вас цель не выбрала, конечно, красный. Если вы этого не будете делать, блядь, будем падать здесь. Питкин, блядь, как ты упал? Не захилил.
Не-не, он стоял в жопе, в него сели слизень, пришел, он один там стоял. Давайте, значит, объяснение для тупых. Вот кружок вот этот в центре, на звезду смотрим. Вот этот в центре, это слизень. Вот. Он сбегается. Когда он сбегается, подходит к цели, останавливается, он производит взрыв. 250 там, тысяч чем-то. Этот взрыв делится. Он происходит в радиусе метров 10-15, вот так. Значит, этот взрыв делится на всех людей. Если там один человек стоит, вот я, да, ко мне слизень пришел, вот этот кружок, это слизень, и еще одно тело, то мы вдвое умрем, блядь. Ну, я не знаю, я вроде не умру, там одно тело умрет. Если 10 человек стоит, то каждый, то 10 человекам по 25 тысяч дамага придет. Ну, там резист, там еще что-то. Для этого, чтобы люди не умирали на этом слизне, так как Питкин там стоял, блядь, к воротам отлетел. А показываю, объясняю, как работает взрыв слизня. Вот он слизень, вот он пришел к цели, да, вот этот кругляшок, блядь, где имп стоит, это слизень. Если я стою вот здесь, такой, я Питкин, блядь, взорвался слизень, меня откинуло сюда, блядь, дурака. Ну, извиняюсь, конечно, блядь. Остальной рейд там что-то, у стола стоит половина, у портала локовского половина, блядь, под зеленым, по 5 человек. И я вот тут стою. Что же слизень делает? Вот у него хп много, он выбирает следующую цель. Выбирает меня, блядь. Заебись. Взорвал, блядь. Все, умер. Красавчик. Чтобы такого не было, нужно вставать в ту сторону, блядь. Вот в эту сторону, да, если я встану. Слизень взорвется и откинет к столу. Если весь рейд встанет хороводом вокруг этого слизня, вот так вот, по кругу, блядь, за ручки взявшись, блядь, вы отлетите в разные стороны. Будет вас по одному, по два, по три убивать. Как у нас в гере на анбафах бывает. Поэтому нужно вставать в одну метку. Это будет так. Утроп. Это будет утроп. Вот тебе квадрат. Будете вставать в квадрат. Чек на пол. Подходите, танки. Ветре, подходи к столу. Пей стол. Начинай танк. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит. Силу же пей, ничего не оставляй. Красного замедлишь. Смотри, еще если он колбы оставит в луже, то колбы, когда взорвутся, они тебя ударят. Если ты будешь стоять там и пить, даже несмотря на то, что ты в кукле. Они там мощно бьют, я не знаю, они ваншотят или нет. Вроде не ваншотят, но там тысяч на 30, не знаю, на 35 ударят. Зеленые переключились. Все в квадрате, кстати. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Вот как квадратик хорошо, прекрасно отлетает. Колба. Красного приготовились. Плюнь в красного. Давай лужи до сотки. До сотки бей быстрее. И нажимай кнопочку. Колбы. Против зеленого. Милики к зеленым. Милики. РДД бьем. В квадрат вставь. Сука, почему вы у профа стоите, блядь? У вас, ну, с русским проблемы или чё, блядь? Красава. Вот там. Добили. Ты нажала, все. Теперь пей. Да. Сколько? Плюешь в слизня, пей вторую лужу, тебе красную обязательно замедлить надо. Сейчас быстро постарайся не выпить. То вдруг раги не хватит. Сейчас смотри. Сколько у тебя? 40. Все должно хватить. 44, все хватит. Плюй в красную.
Все в красном, РДД в красном. Да? Что? Пей лужу быстрее, пей лужу. Теперь зеленый тоже замедляет. Ола. Ну кол бы, ола. Быстрее пей лужу. Зеленого. Пей зеленого. Зеленого, как дела у вас? Подбегай к красному, сейчас плюнь в красного, плюнь быстрее в красного, иди плюнь в красного быстрее, сейчас кукла с тебя исчезнет. Не могу успеешь красного плюнуть. Ну понятно, что далеко, все ясно. Нет, у меня нету, мне не светится. Чем-то, а, далеко, наверное. Ты можешь любого расстояния плюнуть. Сейчас нет, смотрите, нет. У кого бобы? Боб есть у утробы? Сейчас все в красного. Все нету, в нету, красного. Нету, я давал уже. Тюбинская. Есть. Есть. Кому-то. Я тоже. Беги, малыш, давай, беги! Бейте его сильно. Или да что, не беги, не беги. Пока на себя Боб начинал ударить. Секунда, Боб, секунда. Бэнг, бэнг, бэнг. По трех забирать? Геру. На четырех. Давайте Геру. Спасибо. Беги быстрее, сдавай, пока на тебя дебаф висит. Рольте, кушак. А если меня походу в Алитре убьют? Я не знал? А, не убито. Беги нет, быстрее, ну вообще на первый этаж. Не сдашь, конечно. А сколько у меня времени тут осталось? По-моему, сдашь. Меня убивала этот Синдрагос, и меня резко, по-моему, сдавал. Давайте, защитник. Басти. Завоеватель Рольти. На кровь идем. Идем на кровь.